Поговорим сегодня о механической сеялке для работы по нулевой технологии, модель CPH-2000F американского производства Grid Plains. Сложные условия посева для нее не проблема. Высевает на полях с пожневными остатками, может работать на пересушенных почвах и в районах с неравномерным выпадением осадков. За счет своей конструкции, поворотная рама, сошники сеялки всегда следуют за турбоколтерами, даже на поворотах, обеспечивая при этом качественный сев. Как работает сеялка, смотрите в данном видео. Представляем вашему вниманию зерновую сеялку производства фирмы Green Plains Америка. Данная сеялка позволяет высевать различные виды зерновых культур. Сеялка предназначена для работы по нулевой технологии. Сеялка состоит из нескольких частей. Первая часть – это режущие культуры, которые прорезают канавки под диски, которые непосредственно уже высевают зерно. Потом тележка, на которая делает сеялку прицепной, и бункер с сошниками. Режущие колтеры оснащены пружинной системой защиты. Хочу обратить внимание на копирующие колеса, которыми оснащена данная сеялка. Непосредственно эти колеса являются и приводными для высевающих катушек. Бункер данной сеялки состоит из двух частей, что позволяет делать высев одновременно с внесением удобрения. Емкость семенных ящиков составляет 1700 литров, емкость под удобрение 570 литров. Основным рабочим органом является двухдисковый сошник, который позволяет высевать культуру на различную глубину заделки. При помощи переставления кронштейна можно регулировать глубину заделки сети. Прикатка осуществляется с помощью колес, которые позволяют улучшить контакт семени с почвой. Норма высева выставляется путем перемещения рычага на шкале регулировки. Сеялка оснащена датчиком-гектарометром, по которому всегда можно определить площадь посева. За счет своих конструктивных особенностей сеялка может агрегатироваться с тракторами от 150 лошадиных сил. Узнать цену на сеялку вы можете на нашем сайте, отправляйте запрос, и наши менеджеры проконсультируют вас по всем вопросам. Теперь давайте посмотрим, как непосредственно происходит высев на поле с пожневными остатками. Норма высева устанавливается двумя этапами. Первый – путем выбора соответствующей передачи в коробке скоростей сеялки, второй – уже окончательный. Процент открытия высевающих катушек по шкале от 0 до 100%. Как и на всех сеялках Grid Plains, катушка имеет регулировку в три положения – на высев мелких семян, средних и крупных. Давление сошников можно регулировать путем сжатия пружин на каждом сошнике, отрегулировав их в диапазоне от 40 до 80 кг. Сошники, идущие по следу трактора, могут устанавливаться в нижнее отверстие, чем достигается его работа в горизонтальной плоскости по колее трактора. Междурядье составляет 17,8 см, но можно заказывать сеялку с междурядьем 19 см и 25 см. Сеялка может управлять турбоколтерами, нагружая их с помощью гидравлики трактора для гарантированного прорезания растительных остатков и подготовки линий сева на заданную глубину. Сеялка CPH-2000F работает по no-till технологии, как мы уже говорили выше. Использование ее на полях позволяет получить ряд существенных выгод. Экономия на почвообрабатывающих операциях. Если убрать хотя бы одну из этих операций, например, культивацию, можно сэкономить от 200 тысяч рублей на 1000 гектаров. Но если убрать все операции по подготовке почвы, пахоту, дискование и другие, то экономия возрастает в разы, так как затраты на вспашку очень значительны. А в районах с низким уровнем осадков позволяет сохранить влагу, а значит получить такой же или более высокий урожай по сравнению с классической технологией. Итак, подведем итог. Если вам нужна качественная механическая сеялка по нулевой технологии, которая прослужит вам верой и правдой много лет и не подведет, то данный агрегат – верное решение. При этом, если вы ищете сеялку под трактор от 180 лошадиных сил и ширина захвата 6 метров вас полностью устраивает, выбирайте старую проверенную лошадку, серийную модель, которая работает на всей территории России.
сеялка CPH-2000F с одновременным внесением минеральных удобрений. Приятным моментом также является, что сеялка доступна в рассрочку. Мы подберем для вас удобный график оплат, исходя из размера аванса и срока рассрочки. Не забывайте переходить на наш сайт lbr.ru, где вы можете запросить цену и наличие техники в вашем регионе. На этом все. До новых встреч!